Добрый день, уважаемые дачники, садоводы, огородники. Меня пару раз просили показать, ну, мелькали у меня в видео ящички, вот такие вот обитые. Просили показать и рассказать о них поподробнее. Поскольку продаются вот такие вот ящики в маркетах, ну, они ненадежные, не ломаются, рвутся. Вот, смотрите, это их болезнь. Это их, блин, постоянная болезнь. Шерстники хилые, слабые. Хотя и вместительные, хорошие, как для, на багажнике велосипеда они могут подойти, так и в багажник хорошо. А этому ящичку уже, вот этому нам привезли 3 года назад, он уже инвалид. А вот этому ящику уже лет 10. Я постоянно с ним ношусь, я срезаю виноград, или что там надо, или персики, вот слаживаю, собираю на рынок. Вот этому ящику лет 10. Вот как вам видно. Вот такие вот планочки, вот алюминиевая заготовка. Вот она делалась для вот таких вот целей. Вот она закрепляется вот сюда или вот сюда. Вот и тогда вот можно носить, не боясь, что он развалится. Вот алюминиевая заготовка, алюминиевая проволока, закрепляется все очень просто. Все примитивно и надежно, очень надежно, я вам скажу, серьезно. 10 лет, он прошел и Крым, и Рым, уже толкаем его, берем уже и в хвост, и в гриву, как у нас говорят. И все равно он, как видите, бодрячком, нигде не рэпнутый, не треснутый, все классно. Так что берется обычный лист алюминия, тонкий. Вот, загинается под ширину, забивается, вставляется и закрепляется алюминиевыми проволочками. Ну, и, как вам видно, получается очень надежно, очень хорошо, добротно, классно. Вот. Так что, ребят, пользуйтесь таким лайфхаком. Это придумал и сделал папа моей жены, тесть, толковый мужчина. Хорошо сделал вот такие ящички, хозяйственник. Пользуйтесь, делайте у себя такие ящички, переделайте. И они будут у вас служить долго и очень долго. Кому понравилось видео, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте. А я вам традиционно желаю хорошего урожая, поменьше болячек на ваших садах и огородах. Всем пока. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.